Ну что, вроде как финальная миссия. Но, честно говоря, я не уверен в этом. Мне кажется, их парочка будет или три. Но я точно знаю, что уже на Айру полетели, уже все. Уже этот тон там Амун. Его тело там надо уничтожать. Короче, все это круто. И один вид войска остался не улучшенный. Точнее, не открыто новый вид единицы. Это излучатель. Там какой-то второй есть дезинтегратор. Его, кстати, надо будет попробовать. Так, со всеми говорил, я даже слушал вступление. Все надо еще раз посмотреть. Вот он, излучатель. У него есть что-то неоткрытое. Попробовать надо дезинтегратор. Хотя как у излучателя работает, мне нравится. Перенастройка линз. Это получается, если 7 их, то на 6 единиц будет увеличен урон. Ну это ж круто. Все будет уничтожено. При непрерывной атаке наносит урон нескольким целям. И дополнительный по бронированным. Может взять. Пускай будет, короче. Хотя не. И так много красного. Надо какой-то баланс. Так, ну корабль это по-любому. Это все даже рядом не стоит с кораблем материнским. Странник гнева. Тоже по-любому, потому что колосс так себе. Опустошитель я даже не знаю. А что если вот всех, какие они там есть? Чистильщики есть, есть Айр. И кто еще есть? А, ну все. Мираж, чистильщики. Ну, Мираж мне нравится, нормальная тема. Также поднимает. Дополнительный урон боевым воздушным единицам. А Корсар чё? Прекрасный день, чтобы умереть. Короче, возможно, выводит из боя на 10 секунд. Короче, нормальная тема. Пускай лучше Мираж. Небеса зовут. А это чё? Двойной луч. Ну, вообще здравая тема. А чем? Я ответил на твой зов. Так, фазовая броня активируется после получения урона. Как начнут эту траву боссовую пилить за окном? Так не могут остановиться, блядь. Не знаю, как микрофон доводит этот звук, но окно закрыл. Может получше будет. Так. Панель комплектации. Это кто вообще? Это часовой. Тут, короче, есть заряжатель. Что он делает? Так, повышает скорость атаки. Потом что? Трансформируется. Это он, короче, превращается в эту. Типа можно, короче, как это называется? Призывать войска. Телепортировать. Аналогичное полю пилона. Но если вот эту херню использовать, например, с чем там? В солнечном ядре-то. Увеличение скорости, если так вот его раскладывать. Разрушитель, наведение на цель, увеличивает урон получаемой целью, эффект действует пока разрушитель наведен на цель, поле зрения отряда увеличивает, силовое поле, препятствует перемещению, просто обычное поле.
Да не, вот этот нормальный тип, он лечит. Так что смысл. Охотник это у нас кто был? Тамплиер? Маскировка будет отомщен. Срочное возвращение. Автоматически телепортируется в темное святилище и полностью восстанавливает запас здоровья и прочность щитов. Вот этот нормальный тип. Че бы его не взять? Че получается? Два зеленых, три синих, три красных. И еще чистильщик есть. Так, ревнитель у нас бессмертный. Ну-ка, если аннигилятор. Наземные, воздушные. Слушай, неплохая тема. Так, сталкер по-любому остается. Ну и дозорный, мне нравится, что он возрождается. Короче, пускай будет так. Аннигилятор будет. Я беру Адун Таридас. Посмотрим, что в ядре активировано. Короче, две сотки. Перегрузка матрицы. Но это рядом с пилонами увеличивается, получается, что скорость атаки. Скорость передвижения. Вообще лютая тема. Погнали, короче, миссию эту делать. Элементы системы питания пси-матрицы расположены в трех местах на разных концах Айура. Нам нужно разделиться и разрушить их. Я буду направлять вас свершителем с борта копья Адуна. Начинаем по твоему приказу, Иерарх. Ну и что там, ну-ка? Горячие клавиши позволит быстро использовать способности героя. Неужели Артаниса дадут покомандовать? Это неплохо. Сионная матрица, бьющееся сердце Айура, созданная из сети гайдариновых кристаллов, разбросанных по всей поверхности планеты. Ее источники энергии расположены в трех местах. Если их уничтожить, сеть искривления будет отключена. Я пошлю три отряда. Мы должны разрушить матрицу до того, как Амун призовет на Айур золотую армаду. Ворозон, Аларак, отправляйтесь в цитадель Вершителя. Там находится первый источник энергии, но город заражен зергами. Неважно. Мы очистим Антиох от зергов. Даже если мне придется самому этим заняться.
Вот это интересно. Что еще? Так, что у него есть? Значит, вот они какие, зерги, что вас одолели. Жалкое зрелище. Они все падут предо мной. Наши желания совпадают. Таков путь к Воскресенью. Ну и как вы умудрились дать этим животным захватить Аюр? Они что, запрыгнули на ваши корабли и сживали их? Когда-то зерги были величайшей из угроз для моего народа. Только глупец будет их недооценивать. Что ж, тогда я склонюсь перед твоим опытом, как глупец. Так, рывок. Так, а дополнительное что есть у нас? Даже и не видно, дополнительного ничего нету. Мы не повезли. Как ты можешь мне послужить? Нас беру, Сардар. У нас еще очень много сил. Говори, что тебе нужно. Мои клинки нашли врага. Да будет так. Совпадает. Так, и что получается? Живы, здоровы? О, я согласен с твоим решением. Да будет так. И что бы ты без меня делала? Сейчас узнаешь. Эти врата заперты с другой стороны. И я открою их, пройдя сквозь тени. Враг меня даже не заметит. Это честь для меня. Энарудин Шагурс. Владыки, они могут меня заметить. Мне следует избегать их. Как избегать-то? Там обходить, что ли? Это честь для меня. Не раз. Это честь для меня. Мы не подведем наших союзников. Ты уже закончила тратить время попусту? Или мне продолжать рубить зергов в капусту? Вот так. Теперь врата открыты. Наконец-то. Теперь продолжим. О, я согласен с твоим решением. Лишь потому, что я так хочу. Да будет так. О, я согласен с твоим решением. Лишь потому, что я так хочу. Наши желания совпадают. Да будет так. О, я согласен с твоим решением. Таков путь вознесения. Лишь потому, что я так хочу. Как я пожелаю.
наши желания совпадают. О, я согласен с твоим решением. Таков путь к Вознесению. Мы не победим наших союзников. Это честь для меня. У нас еще очень много дел. Мы не подведем наших союзников. Наше будущее среди голов. Энардин Шагурс. Это честь для меня. Жакул Гулида. Да будет так. Не раз, Гулю. Таков путь к Вознесению. Лишь потому, что я так хочу. Как я пожелаю. Наше будущее среди дела. Похоже, мне придется пройти сквозь ряды противника и открыть нам путь. Ну давай уже. Наши желания совпадают. Мой путь сокрыт в тени. Энардин Шагурс. Кажется, там тебя поджидает стая муталисков. На твоем месте я бы постарался не привлекать их внимания. Мы не подведем наших союзников. Энардин Шагурс. Наше будущее среди Делаунов. Это честь для меня. Не раз, Гулю. Энардин Шагурс. У нас еще очень много дел. Это честь для меня. Не раз, Гулю. Мы почти добрались до источника энергии. Вперед, владыка. Нечего мне командовать. Хочу. Как я пожелаю. Наши желания совпадают. Потому что я так хочу. О, я согласен с твоим решением. У нас еще очень много дел. О, я согласен с твоим решением. Да будет так. Лишь потому, что я так хочу. Как я пожелаю. Внутренний зал закрыт со всех сторон. Даже мое искусство не позволит нам проникнуть внутрь.
Попробуем более грубый подход. Охраняй меня, пока я готовлюсь. Зерги наверняка почувствуют мою растущую мощь. Конечно, я тебе нужен. Нас беру, Садар. Наше будущее среди Делавов. Не побеспокоит. Свяжись с остальными и расскажи им о моей славной победе. Рахан, мы с Алараком уничтожили источник энергии. Дай знать остальным, что они могут выступать. Мощный, мощный парень. Короче, три миссии в одной, походу. А потом, может, еще сражение. Каракс, Феникс, разрушение первого источника энергии не осталось незамеченным. Гибриды будут защищать эту область. Прекрасно. Пусть ощутят всю мощь моего гнева. Всему свое время, друг Феникс. Гибриды — серьезные противники. И чтобы с ними сразиться, нам понадобится помощь. Я уделил изучению энергии пустоты достаточно времени. Думаю, мне удастся вывести роботизированные единицы из здания из-под власти Амуна. Тогда мы должны собрать армию, которая расправится с гибридами. Так. Решение вскоре найдется. Возвращение. Бессмертный. Мне не удастся освободить его пилота из-под власти Амуна, но я смогу контролировать его действия. Короче, призыв пушки. Жду указаний. Так, тут оглушение, тут вихрь. Неплохо. Я слышу тебя. Мы едины. Всематрица падет. Я чувствую твое присутствие. Все мы тамплиеры. Я не ощущаю присутствия поблизости роботизированных единиц. Думаю, самое время вызвать несколько фотонных пушек. Шанала Аридала. Да будет так. Я согласен. Источник энергии где-то здесь. Но территория храма просто огромна. Часовые, бессмертные, колоссы, опустошители. Прежде чем двинуться дальше, мы должны заполучить их как можно больше. Мы едины. Что я должен сделать?
захватить находящиеся здесь врата и завод робототехники. Если так, то мы сможем усилить армию теми войсками, которые посчитаем нужными. Умно. Ясен. Да, Иерарх. Да будет так. Интересно, фазовый кузнец. А меня бы ты смог контролировать? Если бы Амун взял твои системы под контроль, то да. Думаю, я смог бы их очистить. Я согласен. Шанала Аридалаам. Да будет так. Мы едины. Айур возродится. Ух ты. Да, Иерарх. Ну, часовой вот это самая лютая тема. А это кто такие? Используй мои умения. Так, ну этого уже не построить, ресурсов нет. Да, Иерарх. Айур возродится. Всематрица падет. Отвага. Амун не сможет победить нас. Мои сенсоры засекли множество опустошителей впереди. Пытаться заполучить их — большой риск, но их огневая мощь того стоит. Сейчас мы еще сюда сходим. Возможно, вперед. Отвага — двигатель прогресса. Да будет. Авал Айур. Я согласен. Решение вскоре найдется. Пси-матрица падет. Атва, что я должен сделать? Согласен. Айур возродится. Что я должен сделать? Эти батарейки самые лютые. Конечно, не слабые. Урон всего 6. Я слышу тебя. Но зато лечит. Отвага. Двигатель прогресса. Так, тут еще. Мы едины. Мы идем к цели. Да будет так. Да, Иерарх. Отвага. Я засек поблизости робототехнический узел. Его захват позволит нам создавать колоссов.
согласен. Фазовый кузнец всегда готов. Амун не сможет победить нас. Айур возродится. Отвага. Да, иерарх. Мы идем к цели. Я согласен. Отвага — двигатель прогресса. Айур возродится. Пси-матрица падет. Шанала Аридалам. Что я должен сделать? Да будет так. Так, погнали туда еще. Отвага. Двигатель прогресса. Айур возродится. Шанала Аридалам. Да будет так. Пси-матрица падет. Мы идем к цели. Это скоробей или что это? Айур возродится. Амун не сможет победить нас. Ну вот, это тот юнит. Решение вскоре найдется. Который вместо колосса был. Шанала Аридалам. Что-то мне не очень понравилось. Айур возродится. А, он же ненадолго снабжает. Так, еще и... Братья, мне нужна ваша помощь в этой славной битве. Да будет так. Я слышу. Наша служба бесконечна. Все мы тамплиеры. Не справится. Думаю, ты прав, мой друг. Теперь нам пора выступить к источнику энергии. Пси-матрица падет. Айур возродится. Отвага, двигатель прогресса. Так, ага, здесь мы были. Пси-матрица падет. Ну все, у Феникса все на автомате, в принципе, нормальный герой, ничего контролить не надо. А пушки посоздавать этим можно. Караксом. Мы идем к цели. Все. Путь открыт. Ваш замысел провалился. Ваши братья стали плотью его повелителя. Мы идем к цели.
нападет. Гибриды уничтожены. Теперь мы можем разрушить источник энергии. Готово. Но матрица никогда не была рассчитана на подобное обращение. Она выпустила на поверхность Аюра огромную волну псионной энергии. Боюсь, что твоя жизнь под угрозой, Иерарх. В пещере позади тебя накапливается псионная энергия. Если она доберется до тебя... Не волнуйся, Каракс. Мы с воинами оставим ее далеко позади. Победа уже близко. Арданис, я высылаю тебе на подмогу темных тамплиеров. Они расчистят путь и помогут тебе в продвижении. Как и чистильщики, высылаю призмы искривления. Долгоримы подарят тебе победу. Высылаю своих воинов тебе на подмогу. Настало время перемен. Стегнители Зелота. Торопитесь, братья. Псионная энергия уже добралась до входа в пещеру. Отступайте, воины! Мой звездный ветер излечит ваши раны! Будущее принадлежит нам! Никаких сомнений! Сплотившись, мы становимся сильнее! Свой народ с честью. Я веду свой народ. Арданис, недалеко от тебя отряд чистильщиков сражается с зергами. Мы практически уничтожили их крупный улей. Будущее принадлежит нам. Мы ждем твоих приказов. Приобретем славу на поле боя. Торопитесь! Энергия настигает нас. Время перемен. Сплотившись, мы становимся сильнее. Никаких сомнений. Мы ясно видим путь. Я веду свой народ с честью. Смелый план. Сплотившись, мы становимся сильнее. Пещера принадлежит нам. Я веду свой народ с честью. Сплотившись, мы становимся сильнее. Принадлежит нам. Сомнения разивы. Последний источник энергии охраняет несколько червей.
темные тамплиеры помогут тебе их уничтожить. Будущее принадлежит нам. Так, что куда? Никаких сомнений. Я веду свой народ с честью. Враги падут. Мы ясно видим путь. Источник энергии. Когда он будет разрушен, пси-матрица перестанет функционировать. У тебя получилось, Артанис. Мы задержали прибытие Золотой Армады. Хотя бы на некоторое время. Запускаю пространственное перемещение. Это было там возвращение тамплиеров. Ни одной бы единицы погибнуть. Вот это прикольно. На сложности боец. Что там дальше? Ух ты, все красное. Этот базарить не хочет. Сдается мне, новый юнит появился. Мне не постигнуть всей глубины твоей печали, Артанис. Благородные тамплиеры стали частью чудовища. А те, кто остался в живых, заперты в телах, управляемых Амуном. Это самая страшная судьба. Я испытываю боль в ожидании встречи с ними. Ведь они — мои братья и сестры. Когда мы станем уничтожать этих монстров, увидят ли это наши братья, заключенные внутри? Будут ли они немыми свидетелями происходящего? Или их уже поглотила вечность? Я не нахожу слов, чтобы успокоить или ободрить тебя, друг мой. Но знай, что другого пути нет. Ради великого дела мы перестроили легендарные арбитры. Их производство начнется по твоему первому слову. Мы чувствуем твое присутствие. Короче, поле стазиса. 15 секунд. В указанной зоне. Массовая телепортация. Все дружественные войска, находящиеся в указанной области. И маскируют всех вокруг. Я что-то даже не знаю. Пускай излучатель. Курал. Излучатель так и будет. Здесь никто не говорит ничего.
И Соларита нету. Без пси-матрицы Амун больше не сможет вызвать на Айюр золотую армаду для своей защиты. Мы должны уничтожить его новое тело, прежде чем оно полностью пробудится. Мы обязаны преуспеть на кону выживания нашего народа. Ну погнали. Наконец-то можем стать чем-то большим, и ты нас не остановишь. Скоро ты ощутишь всю силу гнева перворожденных! Так, ваши войска выполнят любые приказы, пока не будут уничтожены. Короче, надеюсь, по времени ограничения нет. И все настраиваем. Все исследования. Все как всегда. Значит, это тело Амуна. Чудовищное творение из плоти наших братьев и останков сверхразума. Ты прав, Эрор. Мои сенсоры показывают, что оно впитывает энергию пустоты с угрожающей скоростью. В этом состоянии Амуну не страшно даже самое мощное оружие. Эти осколки, они генерируют энергию пустоты и высасывают жизнь из всего вокруг, чтобы питать тело Амуна. Их нужно уничтожить. Каждый осколок дестабилизирует пространство вокруг себя. Такое ощущение, что они меняют его очертания, превращают его в пустоту. Погоди. Осколки открывают разломы в пустоту. Амун призывает войска. У нас мало времени. Воины, клинки к бою. Сегодня мы сразимся за будущее Айюра. Чтобы лишить Амуна нового тела, мы должны уничтожить осколки пустоты. Сражайтесь с честью, тамплиеры. Осколки. Нам нужно атаковать, пока защитников еще не слишком много. Да не, нужно развиться сначала, а потом уже со всей этой херней справляться. Thank you.
База атакована. Мои навыки пригодятся тебе. Нашему Нексусу направляется множество порождений пустоты. Будь готов защищаться. Сердце тьмы. Возмездие.
Сейчас мы тут поднамутим. Несколько мест, хорошо подходящих для аванпостов. Уничтожь врагов, и мы обеспечим тебя подкреплением. Не хватает минералов. Да, по ресурсам совсем херня. Войска вступили в бой. Мои навыки пригодятся тебе. Вы будете мне повиноваться. Я несу порядок. Иерарх, мы видим многочисленный летучий отряд, направляющийся к нашему Нексусу.
завершено. Все нормально. Так, что у нас там нету? Это все есть. Так, архивы, Звездные врата.